Всем здравствуйте! Это мой первый отзыв о лечении в центре Биардавид. Лечение проходит дистанционно, по скайпу. Моей дочке 2 года 11 месяцев. Диагноза нам никакого не поставлено точного. Одни врачи говорят, что это похоже на сенсомоторную аллелию. Другие говорят, что это что-то аутистического спектра. В результате у нас пока поставлена задержка психоречевого развития. О Давиде мы узнали, когда мы искали информацию об всех этих заболеваниях в интернете, из отзывов других мам. Тоже решили попробовать. Я, наверное, не буду подробно рассказывать обо всех проблемах, какие у нас есть. Лучше расскажу о результатах. После первого сеанса, всего у нас их было 2, мне кажется, ребенок стал лучше понимать обращенную к ней речь. Также к нам приезжала в гости бабушка. Чаще всего Маша приезд гостей просто игнорирует. В этот раз она уделила ей много внимания. Еще в выходные мы научились прыгать. Раньше она этого никогда не делала. То есть даже на батутах она просто бегала из угла в угол. А сейчас она научилась прыгать сначала на диване, теперь на полу. И теперь заставляет даже нас с мужем это делать. Очень ей это нравится. Хотим сказать большое спасибо Давиду за помощь, за доброжелательность, с которой он все это делает. И очень ждем дальнейших сеансов и надеемся на исцеление. Спасибо!